Всем привет, дорогие друзья, с вами Артур Трибан. Продолжаем играть в Resident Evil 6. Возьми патроны и спрей. А, чё? Я недоумка, что здесь происходит, но мне пофиг. На нас напрыгнул каннибал Лектор. Все, я понял. Сразу вот как дверь вот эта вот как взорвалась, и я понял всё. Да, не стоит ему на пути попадаться. Откуда у него шприцы, тем более невидимые? Ну где папа? Нас Магнума. Ну и прям по лицу. Нас Магнума. Тёма, сзади! 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 Да меня постоянно бьют. Девочек бить нельзя. А ты ему скажи. У него граната. Хьюстон, у нас проблема. Да, это как, мне это, знаешь, вчера помнило. Начало в фильме The Amazing Spider-Man 2. У нас большие проблемы. Блин, Хьюстон, что делает? Хьюстон, на, держаться. Держаться! Как он вопрос запрыгнул на это говно летящее? What the fuck? Там не выход. У меня патроны. У меня с патронами галят. Прыгаем в вертолет, короче. Чего вы ждете, мудаки? Джамаль, лети к небесам. У-ху! Да я за тобой. Все внешки, пацаны! Джейк! Джейк! А вот это уже не смешно. Ого! А можно мне помочь? Better better. Я не весело был. Ты тяжелый, больно, не могу. А у меня руки скользкие. Займи гады быстро. Ты как морской волк, за штурвал. Тёма, ломай вертолёты рядом. А чё их ломать-то? Это ж наш. Нет, это не наш. Ну именно меня вот бить надо, да? Кусок дерьма. Я перевелся. Это ракета. Да, как он не перевели... Как он не перевесил этот вертолет? Посмотри, по сравнению с ним он больно маленький. Слушай, Тёма, есть идея. Стреляем по очереди. У меня перегрелся. У меня перегрелся. Там много. Вот именно поэтому нужно стрелять по другим вертолетам. Вот да, так, на вот. Моих глазах что? Как? А, мазафака, бич. Я не засек время. Ой, на, стреляй. Ноу! Ноу! Парашют. Uncharted 3. Я не нажал на кнопку. Полетели. Держись. Ой. Он парашют порвался. Порвался, да. Полетели вниз. В этот момент надо добавить это как ролик из фильма Stuart Little 2. Это уже не смешно. Да, это уже не смешно, чуваки. Продолжаем! Да. Парашют Гладиолус. Джейк Мюллер. Почему ты сказал вырубать, а? Я не сказал вырубать. Не надо. Я думал, что конец компании, короче. Ближний бой. Что ты думал? Так, на ваших глазах мы сейчас будем прокачиваться. Я уже. Командную работу я прокачаю. Я, у меня так ближний бой, огнестрельное оружие и защита. Мне такие параметры больше нравятся.
1, 1, 1, 2, 3, 4. Ну. Или поехали просто. Погнали. Это моя фраза. Ты сказал поехали, так что я могу сказать погнали. Приземлились мы. И поехали. What the fuck, man? Чё ты на мне лежишь? Ой, прости. Ты чё, хреново что ли? Как тебе сказать полегче? Тебе очень плохо. Ого! Что мне делать? Вытащи осколок. Нет. Ты умрёшь. Прошу! Реально сыкотно, по-моему, да? Ага. Я в штаны чуть не наложил снова. Да, Тёма, перед этой серией пошёл за новыми трусами. Ой-ой-ой. Я же говорю, что она тоже необычна. О. Росомаха. Да, вообще, по-любому. Где ногти свои твои? Неважно. Какого чёрта? Может, расскажешь, что это закрыть сейчас было? Долгая история. Да, может, выкинуть стоило готовить крови, уже попробовали. Больше я не могла выдержать это. Это слишком жестоко. А у Ливона есть какие-нибудь силы? Ты про два пистолета или вообще? Вообще. Нет. Он лох. У Криса нету. Снег здесь выглядит как в метро 2033. Не, как в Скайриме. Да шо Скайрим, шо метро, одно и то же. Не, Скайрим лучше. Чё, насрало свои 550 миллионов? Не, ему нужны это деньги и всё. Супер девочка! Не знаю, я бы только мечтал о таких способностях. Ну, ты тогда... Руку отрезали, всё, это как... Новую, это как можно отрастить. Нет, Тём, у Росомахи такие способности не входят, у него заживление ран только. Ты что, Росомаху бессмертный не смотрел? Нет. Не, я, конечно, всё понимаю у него там. Не смотрел? Супер кости. Ты не смотрел Росомаху бессмертного? Нет. А, ну значит это как, ты не знаешь, что такое. Это как регенерация. Ты там, он да? Её всё равно, это как, хоть и не лишился, но он лишился своих когтей. Точнее, лишился скелета. Да адамантиева. О, снайперка. Ух ты, ё-моё! Слона! Мамонтовка! Слоновка! На слона пойдём, короче. Только слонов надо найти теперь. А, слушай, это же зима, погнали на мамонтов охотиться. На белых зверей. Ой, на белых медведей. Белые медведи — это самые опасные животные на свете. Хьюстон. Какого ты дерьма точно еще не ел? Собаки! Нет. Хуже. Птицы. What the fuck, man? Я заметил, что надо крутить двумя колесами. Ну, или сосками, или как вам удобнее-то. Я не знаю. Когда знаешь, крутишь этим как? Вот на джойстике, на геймпе играешь. Всё. Ничего себе, ты каком. Почему я 100 раз? Ой, блин, тут ни хрена не вижу. А, да, ты же 100 раз подыхаешь теперь. Я что-то не заметил. Не, наоборот, я играю лучше. Этот человек мастер просто голшок отречен. Поклон. Ну уже у меня все-таки есть PlayStation 3. Ну. Ну или 4, как там тебе? У тебя PlayStation 3 так. Ну да, без разницы. 4 мне нафиг не нужна. Нужна будет через года 2-3. Наверное. Так, надо еще взять 2. Я уже много времени доволен своей третьей плойкой. Что ты там из игр прошел всего? Uncharted 3, там еще что-то.
Ну GTA 5 я определенно не прошел. Ну это да. Я. Потому что. Но я главное, еще... я прошел Uncharted. Я практически из-за одной. Фирма. А? Ничего. Я практически из-за одной Uncharted покупал-то. Из-за мыла и из-за. Это как, эксклюзив. Если бы вы видели, как я езжу. На... GTA 5, да, я видел. Это... Чуваки, он ко мне приходил, чтобы поиграть, и сейчас он ждет ее выхода на ПК. Да. Че он, а я... он там, по-моему, чуть голос не сорвал, когда ржал, когда я езжу. А там... я не жду GTA 5 на ПК. Угадайте, по какой причине. У него есть PlayStation. Я их на PC куплю, чисто даже ради мультиплеера просто. Да, чуваки, я... Нет, я тоже буду играть на ПК, вот такой вот я задрот, просто мы с Михой мультиплеер будем играть, рубиться. И он будет записывать, а я нет, потому что игра где-то будет определенно лагать. Ты еще это не можешь понять, может ты купишь себе мега-супер компьютер 8000G. Лицензия на ПК будет стоить, наверное, как минимум 1000-2-3. Нет. Когда выйдет уже лицензия на PC, игра уже всем поднадоест. Все сейчас на ПК, на консолях сейчас. Вообще собирают сейчас подписи на то, чтобы... Да я знаю. С первого дня, как все это началось, я об этом узнал. Так я тоже поставил подпись. А где это можно сделать? Ну, там есть, на сайте можно поставить. Скинешь потом, короче. Если, конечно, вспомню, что да как. Я должен сделать. Но, кстати, еще ее не анонсировали. Они втихаря, короче, портируют. Не, от них ведь ничего не слышно. Они бы тогда говорили. Кстати, что, у меня флешка, что ли? Какую-то флешку подобрала, что ли? Надо, короче, вообще-то флешки подбирать. Ключики. Блин, ни хера не видно. Куда это ты зашел? Господи, что я у меня... катаюсь просто. Да, кстати, у меня что это как с одеждой-то? Она... Физика! Физика! Вообще класс! Блин! Это как тут вот, можно всякую хрень подбирать, успевать. Ой-ой-ой! Тут есть физика? Да. Да. Постой на мою одежду. Так, надо нам наверх как-то подняться. На самый-самый верх. Самая-самая сложная локация. Кстати, тут есть карта, если что. Да я знаю. Капитан Очевидность. А чей метод лот? Так, не, нам не сюда. Мы оттуда пришли. Как это не больно было падать с такой высоты? Я бы себе ноги сломал. У тебя регенерация есть. Не, в реальной-то жизни. Самому. Это ж... Этаж третий. Посмотри. Мне в рукопашку легче играть на геймпаде. Это же геймпад. Да, у него только в эти странные файтинги рубиться. Эти Street Fighter, эти Mortal Kombat. Кстати, надо бы Mortal Kombat как-нибудь на консоль купить. Я уже тебе давно торжу. Купи. Заманал. Так у меня это как... ну, не знаю. Вот, собственно, проход. Знаешь, что у меня такая единственная гложет? Какого хрена буду покупать, если все равно есть на ПК версия, так? Ну, версия на PC, например, там добавили только одного Кюру, это Фредди Крюгера. А на PlayStation есть там этот Кратос. Вот. На кой он мне? Не знаю, он прикольно. Он прикольно. Фонарик, дайте мне. Кто-нибудь, пожалуйста. Спасибо. Фонарь, да ты чё не... Fucking shit, меня сейчас убьют. Рад за тебя. Я даже не знаю, где ты. А не, по-моему, где... Тебе как-то бегу. Тёма, держись. Кар-кар-кары-кары за мной идут. Кары-кары. Не, я, походу, до тебя не добегу. Нихера не вижу. Да. А, ты выжил, а? Нет. Нет. Меня стрельнули. Но я это как успел, это как, блин, не успел уже, значит. Успел, но не успел.
Вот так вот. Господяу. И нахрена нам эти флешки искать? В них моя ДНК. Я буду чувствовать себя неполноценным без них. Еще они тебе нужны зачем-то. Ну, не тебе, а Шерри. Понял. Короче, бред какой-то. Самая тупая компания, которую я видел. Это самый тупой момент из всех компаний. Да, я... искать эти долбанные ключи. На кое-то надо. Вот вообще, вот, отличный поход. Это убивает все, это самая нудная часть игры. У меня уже такая голова закружилась от этого. Опять. До меня вечно она кружится. Да, да, я понял. Да бежим, не нахуй. Почему мне, здесь нет самонаводяшки? Зачем она тебе? О. Без этого я не могу жить. Я, короче, знаю, как все. Пойти дальше, короче. За мной. За мной. Осторожно, поднимаюсь наверх и падай. Получи, курица. Тема, главное, не падай. А, ладно, просто гуляешь. Меня схватили. Меня пытаюсь увести наверх. Я не из таких. Fucking shit! Ой, господи, меня это как насилуют. Опять? Не, меня вообще насилуют. А, реально жизнь? Нет, ты чё, дурак, что ли? Не. А, снегоход! Снегоходчик, мать его! Твою мать, я поехал. Тёмчик, а ты где? Да не знаю, брожу где хочу. Иди ко мне, тут весело. Тут снежные горки. Водные горки хочу. Иди сюда, тут лучше есть. Тут можно на снегоходах покататься, кстати. В снежных горках знаешь какой минус? Давай. Жопу натирают, когда ты по ним едешь. По льду снег... нормально. А, по льду? Да, не, плохо. Жопу натирают. Это как потом после этого ты встаешь в недоумении, какого хрена у тебя в штанах. На штанах это как в этом, как в моменте. Блин, черт за хрень, черт за хрень. Я тебя не понимаю, конечно, на все же. Ну, короче, в пятой точке в штанах дырки. Не, физика в этой игре говно, здесь нет такого реалистичного. Реалистичной хрень. Я на квадрике еду. Ты слышал, что я делал? Да. Слышь, я на квадрат на этом. Говно. Пешеход. Так, кто сильнее, это я или ты? Тупые создания. Я. Как ты, где ты взял это? Нашел. Дай мне, я хочу покататься. Я отжал одного шкета. Я могу к тебе присесть? Не знаю, кстати. Можешь, да? Неа. Гол за мной тогда. Погоди! Давай, я смогу. Я на тебя, честно, попал снегоходом. Попал. Короче, я поехал к тебе. Он сам с собой едет. Я поехал к тебе. Где мой снегоход? Он сам с собой куда-то уехал. Сам с собой уехал, ты упоролся. Да он реально сам с собой едет. Где, кстати? Я за ним иду. Это интересно. Не выезжай от меня, не выезжай, да? Куда он еще мог? Как на него, как на его сесть? На пробел нажать. Ну, у меня на пробел. Ты вообще где?
О, я тебя слышу, вот. Я, значит, на пробел. Сейчас попробуем на пробеле. А где снегоход, ну? Куда? Да он от меня уезжает. Я не могу на твоем снегоходе ездить. Я даже не вижу его, какой снегоход. Где он у тебя? Да он уехал, забей на его. Короче, погнали наверх. Главное не падать. А, меня попали сзади. Пока. Не спрашивай, как я еду. Не попали, не попали. Потому что они по мне целятся. Ни хрена ж не видно. В этом смысл. Я иду за ключом. Хотя бы стараюсь это делать. Они азиаты. Как туда попасть, вот? А, во, понял. Сейчас я возьму, наверное, второй ключ. Ты пока иди за другим. Короче, не иди за мной, иди за другим ключом. Мне еще наверх надо попасть. Они оба наверху так. Вроде как. Фу, я разобрался. А вот снегоход. Как его мог пропустить, я не понимаю. Как я его мог пропустить? Да. Да я вообще не мог даже взять. Короче, я еду. Едь на этот, куда тебе показывают ключ. Вот тут второй снегоходчик. Где? Ну-ка покажи. Да он на горе. Нельзя просто так взять и сломать. Шутермен! Да, еще лучше не. Получите, ублюдки. Все, три нашли. Побежали отсюда. Ой, я чуть вообще не упал. Куда теперь-то? Вниз. Блин, там снегоход был. Да блин, чертовы птицы. Ненавижу вас! На спуск иди. Я уже внизу. Иду. Иди. Что, нельзя так-то, что ли? Блин. Охренеть, какой-то... Снайпер тут на меня, да? Включимся, Тёма, когда как? Да. Пустил, давай. Короче, давай, порешай быстрее, черт возьми! Нет. Давай! Всё. Да! Миссия выполнена. Наконец-то мы прошли эту чёртову миссию, ненавижу эту игру больше. Хватит ломать клавиатуру. Я не на клавиатуру ломаю. Важно. Стол. Тоже не важно. Вы что, как это домики? Да. Джохен Похен, да бот. Чё? Я приведу помощь. Место встречи должно быть уже близко. Погоди. Ничего не было. С
стол, что ли, жарит. Ты всегда была такой? Ну, это штука с исцелением. Мой отец был ученым. Он работал в БОО, и я попала под действие вируса. К счастью, я получила вакцину и там далее. Но вирус изменил меня и приспособился. С тех пор он стал частью меня. А что случилось с твоим отцом? Его исследования убили, что там. Когда он умер, его тело уже так мутировало, что невозможно узнать. Извини, я не хотел. Все в порядке. Кроме того, я кое-что получила взамен. Ну да. А у тебя теперь есть сверхспособности? Это я не это имею в виду. Люди, которые спасли меня. Леон и Клэр. Самые близкие друзья. Клэр — это сестра парня из АПБТ. Тогда я в Рокленд-Сити, они рисковали ради меня своими жизнями. Думаю, я все еще пытаюсь их подружить, несмотря на все трудности. Поддержать или подружить. Неважно. Давайте, поцелуйтесь. Размечтался. Не буду целоваться? А? Ну, если говорить о трудностях... Трудностях! Они будут целоваться? Похоже, у нас тут незваные гости. А вот эта пара мне больше, не знаю, симпатична, чем пара Леона и... Как там была-то еще? Клэр, я точно не помню, кто это, не видел ее. Я не играл играл четвертую часть, но я ее не прошел до конца, я там уже не знаю. Тёма, я бы не советовал тебе стоять около этого. Стрелять в яйца. Круто. Ой-ой. Они проникли в дом. Мутировали. Мутация. Слепуха. Вот дурак. А вот. Отлично. Я думал, ты рядом, а не вот это вот существо. Бей все, что движется. Мумия! Даже меня. А, кстати, будь готов выходить из дома просто по той причине. Оу, щет. Булшет. Выходим из дома сейчас, Тёма, выходим. Ну, я понял. Залезай! Тёма. На какую? Как ездить? Право-лево кнопка мыши. Это газ. Чёрт, давай, блин! Левая кнопка мыши — это газ? Да пронял я, у меня так-то РТ и ЛТ. А, да, у тебя... Р2 и Л2. Л2 и Л1. Л1 и... Ой, ты как, какой дерзкий-то! Короче, Тёма, время спора. Кто последний, тот труп. Уху! Фак! Нам будет... Прикольно! О, поверь, дальше еще прикольнее будет. Там вообще как бы анчарты даже будут сосать потихонечку. Потихонечку, вот именно. Ты поймешь. С этой игрой анчарт, точнее... Uncharted? Нет, это игра с Uncharted, там не сравнится, во. Но есть эпики, которые в Uncharted это что? Левая сторона, если чё. Отлично, я очень рад. Чёрт, направо! Ой, полетели. Не заводится у меня точка. Ой, это этот, как его, Call of Duty, во. Ghost? Не Ghost. Modern Warfare? По-моему. Ну, пока на что-то похоже. Помню, во втором Modern Warfare были такой прикол, а? Да вроде я видел это даже Medal of Honor.
Только там на квадроциклах. Не, вот чисто вот тоже спуск вниз и тоже... Я не знаю, я не видел Modern Warfare. Я Modern Warfare 2 практически не играл. Я вообще всю серию Modern Warfare прошел. Да, вот, кстати, Modern Warfare классный. Как и Black Ops. Да фак! Жми вечно на газ, на тормоз. Я на вечно на газ, просто зацепился с чем-то. Надо смотреть далеко. Нужно что, с чекпоинта или с самого начала? С чекпоинта. Едь по правой стороне, пытайся. Вот че. У меня камера сходит с ума. А у меня едь, тоже. Едь по центру нафиг. Справа там лавина. Вот если стоит смотреть на тебя, такое ощущение, что ты не на вот этой вот хрени едешь, а на мотоцикле. Не тормози! Спасибо. Я не хочу, чтобы здесь пысывало. Чё? Не, кстати, по воде едем. Замёрзший. Блин. Ты ещё не сдох? Нет. Круто. Я тебя опередил. Неважно. Задний хуже. What the fuck? Чё, быстрее? Быстрее, блин! Давай тарани друг друга! Чё, вот тут вот вообще... What the fuck? Плохая мысль, блин! What the fuck? Классно! Вот это вот... Вот после унылости появляется такой хардкор, вообще класс! Я тебе говорю, Uncharted был сосать медленно. Да, Uncharted сосать, да. Давай, 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 давай! Я хочу снова. О, дыра, дыра, а да. А такие вот миссии реально, их бы побольше. Да, вот вообще эпик. Блин, ну почему? Давайте вот вначале лучше вот этот эпик, а потом унылость. Чего? Да, хотя бы отдохнуть можно было. Прыгай. Даже вот эти вот. Гоночные миссии с Крисом и Пирсом сосут по сравнению с этим. Mm-hmm. Слушай, а у Джейка за компанию было два раза кататься? Можно на вот. Чё? За кого? За Джейка? Да. Ну окей. Вот что ж, давай закончим на этом, что ли? А? Закончим, пожалуй, на этом, что ли? Ну, в принципе, можно там. Просто очень-очень долго будет, я тебе отвечаю, там бот стелс. Стелс бот. Заканчиваем или нет, чего? Заканчиваем, давай. Потому что там еще дольше, там конец компании, короче, как раз будет главы. Ну что? Сказал, погнали. Всем спасибо за просмотр. С вами был Артем Лиман. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось видео. Если нет, то не знаю. Как вот это вот то, что мы сейчас в конце делали, может не понравиться. Да, как это может не понравиться. Все, давайте, пока, ребята. Пока-пока.